Всем привет, с вами Макс Гюнтер, продолжаем играть в Banner Saga. Собственно, предыдущую серию мы закончили на том, что чуть не угодили с водопада вниз. Вот, но в итоге благополучно доплыли до берега и там встретили глыб, которых в итоге удалось оттеснить при поддержке отряда Ворона. Давайте теперь посмотрим, что у нас тут дальше будет происходить. Как он продирается к вам сквозь обезумевшую толпу? Ох, и нелегкий у тебя был выбор там на реке. Если бы лодки были загружены людьми сильнее, даже не знаю, скольких еще бы мы потеряли. Спасибо, но высадка была очень жесткой. Хакон смотрит вдаль. Скоро они атакуют снова, и уже в полную силу. Чего они хотят? Кажется, им нужны наши припасы, но дело ведь не только в этом, да? Не знаю, первый виденный мною глыба хотел забрать убитого оленя. Подходят Юна и Эйвинд. Выход есть, рискованный, конечно, но это может быть нашим единственным шансом. Убоги, если Валка говорит о единственном шансе, все очень плохо. Даже хуже, я не могу обещать, что выживут все. Юна бросает взгляд на Эйвинда. Так что за план? Эйвинд вздыхает. Думаю, с помощью Юны я смогу перенести нас через обрыв. Но это будет непросто и для меня, и для каравана. Я должна помочь Эйвинду, успокоив людей. Они должны быть готовы выдвинуться по сигналу. А тебе придется сдерживать глыб любой ценой. Если они ее прерывают, пение рога, все оборачиваются на звук. Глыбы пошли в атаку. Алет, Хакон, вы знаете, что делать. Их больше, чем бойцов, которых вы обучили, но этот бой еще можно выиграть, если использовать правильную тактику. Много ваших жителей погибнут, если вы проиграете. Юна и Эйвин идут к краю обрыва. Хакон, обозревая поле битвы, предлагает: можем сделать из бочек с припасами что-нибудь вроде баррикад. Иначе придется атаковать в лоб. Вы обдумываете варианты. Пожертвовать припасами, атаковать глыб не устанавливаю. Давайте пожертвуем все-таки. Люди и Варл начинают двигать бочки с едой и снаряжением, но то и дело поглядывают на вас, ища подтверждение. Вы понимаете, что эти припасы в ходе битвы уничтожат. Кивнув им, чтобы продолжали. Бочки едва успевают расставить, как начинается битва. К сожалению, я не могу сделать тише, потому что в игре нет настроек звука. Хотя могу, в принципе, немного сделать вот так потише, потому что орёт. Раненые. Один или несколько ваших героев ранены, они могут сражаться, но получают штрафы к максимальному количеству сил, равному количеству дней, необходимых, чтобы полностью восстановиться. Герой лечится, отдыхая в лагере. Угу. Это плохо. Но у нас, в принципе, есть замена. Давайте возьмем замену. Раненых, наверное, не будем трогать. Так, 3 варла, 2 лучника. Давайте возьмем этого типа. По-моему, он был неплохо. Просто не знаю насчет вот этих вот товарищей. Как они... Можно по статам, в принципе, поглядеть. 10 сила, 9 ее броня, да? 8-9 это не годится. 9-10, ну, более-менее... 9-12. Вот у этого неплохая, кстати, атака неплохая. Это 12. Давайте, может быть, его возьмем тогда. Так, и нам можно прокачаться. Кого бы нам прокачать? Прокачивать будем тех, кто пониже уровнем, естественно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Повышение. Сколько стоит повышение? 7. Ну, что нам еще остается делать? Нам нужно выиграть обязательно. Так, 2 очка доступно у нас. А что это даст там, интересно? Ранг первый. Шанс игнорировать 1 урона. 2 урона. А, понятно. Нет, пускай у нее будет лучше... А, тут уже нельзя вкачать по максималке, да? Ну, давайте вот эти вот вкачаем темы. Так, что там дальше у нас? Еще одна лучница.
Дурачка доступно. Ну, пускай. Наверное, вот лучше броню сделать. Блин, 7 это вообще так отстойная, конечно, сила у нее. Ну, ладно. Так, и давайте вот этого товарища тоже прокачаем. Может быть, кого-то еще. Вкачаем ему. Хотя... Кажется, ему лучше вкачать броню. Так, то повышение недоступно. Хака, давайте, может быть, еще... А, у него на 15 нам уже столько не хватит. Да. К сожалению. Так, Ивер. А вот на Ивера хватит. Хорошо. Вкачаем его. Хотя прави, в принципе, неплохой. Целых 16. Давайте лучше увеличим броню еще. Вот так вот сделаем. Так. Ну, на это уже типа не хватит нам. На Берси. Хорошо. Что у нас тут по... Кстати, да, порядок можно изменить, в принципе. Я думаю, лучше, чтобы лучницы ходили вторыми и третьими. А тут вот было вот так вот. Потому что они... Ну, там наверняка же кто-то нам будет уже подходить, да? Пусть они его будут атаковать за это время. Типа, который будет подходить. Отталкивание при 3 урона силы, 2 воли за убийство, 1 сила. На 2х урона. Точильник камень. У кого из них самый лучший урон? 14, по-моему, вот у... Тринадцать. Ну, получается, у Мога самый лучший, целых 14. Тогда пускай он и будет эту штуку таскать. А, на него нельзя. А, ну да, только на 5 уровень. Блин, 5, 6, 5. У меня все на низкие уровни. Ну, можно все поснимать, конечно. Так, а чего у этого? Шанс на 2. О! Отлично, давайте вот нашему вот этому типу дадим. От урона силе уклониться. Шанс. Ну, это, наверное, тяжек. Ну, не тяжек, а бойцу с ближним боем. Плюс 2 к силе. Так, сколько у этого будет тогда 15, да? А у этого тоже 15 будет. А у этого ж... Ну, ладно, пускай. Дадим Круму. Так, а что это у него там плюсики? А, у него 2 очка доступны, слушайте, мы не вкачивали его пока. Вот так вот. Других-то мы не проглядели, я надеюсь. Его, кстати, еще можно повысить, смотрите. Так, а вот у кого-то было, у Хакана. А, ну он пока в отключке, но можно уже что-нибудь ему вкачать. Ну, пускай броня будет по полной. И вот количество этих звезд на дополнительный урон там или передвижение дополнительное. Так, хорошо. Надо что-то вот этой вот еще дать девушке. С одной броня за отдых. Шанс на две. Так, что у этой одной броня? Вот это вот неплохо. А, она с нами же идет, да? Или нет? Так у нас две удлей, что ли, я не понимаю. Хрен его знает. А, нет, не две. Она не ранена. Так, хорошо. Один раскол. Пятнадцать шанс на... Так, давайте лучше вот так сделаем. А то, что... Было у него до этого. Вот этот. Вот это мы сделаем. Ну, пускай на нее сделаем. Так, еще остается у нас Берси. Пока что без всякой. Без какой-либо фички. Так, нам нужен третий. Предмет третьего уровня. Давайте посмотрим свободных, что у нас тут есть. Ну вот это остается. Одна броня за отдых. Ну, пускай. Так, ну что, попробуем. Напоминаю, что сложность боя стоит максимальная, поэтому нужно быть предельно аккуратными. В предыдущий раз у нас не вышло победить. Ну, там, конечно, по сюжету можно было проиграть.
Так, хорошо. Первый ходит у нас вот он. Так, давайте сделаем потише, орёт пипец как. Я не знаю, будет ли тише на записи, но, по крайней мере, мне будет тише. Так, хорошо. Лучницы. Куда бы лучницы поставить? Нужно вот это вот затыкать дырку. Лучницы можно поставить, в принципе, вот сюда. Потому что тут бочка спереди. Так, ну, в принципе, нормально. Замали там, не молись. Он молится, что ли? Нет, нет. Я думал, он молиться опять начал. Как длинная рожа. Попади, попади. Молодчина. Так, а что это тем дает? Выбрать союзника для повышения инициативы. А-а-а. Прикольная тема. Он ходит сейчас после вот этого товарища. После этого здоровенного ублюдка. Очень даже нам кстати, кстати. Кстати, кстати. Так, причинение боли. Хера себе там по этой пошло прикольно. По цепной реакции. Ни хрена себе у них подкрепы. Так. Пронзание. Отталкивает тебя цель искать кровью при движении. А, он только понятно. Ну, мы сейчас все равно ему неплохо так ударим. И убьем его даже. Тринадцать. А у этого 17 целых, да? А когда он ходит? Ходит после лучницы. Надо сейчас, знаете, как сделать? Снять ему броню как можно больше, чтобы потом лучницы мои его хорошенько потрепали. Бля, чё же я, блядь, сам сказал и в итоге не то сделал. Так, в итоге наши тут начинают восстанавливать потихоньку обрыв. Блин, сам... В итоге он всё равно ему отнял одну жизнь. Так, а этот дальше, который ходит, это где он? А, вот этот, да? Блин, еще один идет, офигеть. До свидания. Он, конечно, там лучницу лучше увести. Слишком она стоит так. Близко стоит она. Давай-давай-давай. Потихонечку восстанавливаем. Ах ты гад.
Хорош. Так, 13, да? Вот сейчас нужно ему снять броню обязательно. Вихрь, но, к сожалению, вихрь нам сейчас не нужен. Блин, а у него понятно. Так, время, по-моему, этого потрепать, а у него тоже не хватает, наверное, да? 50%. Что у него за... А, у него нет обилки. Сейчас ее сделаем. Дальше ходит этот тип, да? Можно, в принципе, сюда стрелу сделать. Она стопорит и отнимает одно очко силы. Такс, потихонечку восстанавливаем переход. Офигат. Так, ну-ка давай обилку свою. Юзай. Отлично. Стрела сработала. Так, немножко отступим. Потому что мы лучница. Ну, она точнее. Ой, больно. Там самое время, по-моему, вихрь юзать, я так думаю. Так, что у него за... А, у него это отталкивание, да? Ну, давайте попробуем. А, так, надо отступать, потому что эта хрень очень неприятная штука на самом деле. Кстати, чем хорош копейщик, ну, боец с копьем, так это тем, что он может атаковать через одну клетку. Так, ну-ка, а, черт, у нас не хватает воли, да, для вихря. Давай отступим немного, что ли. Ага, скотина, сваливай. Больше своих долбанул, чем у меня. И, кстати, мы отошли от этой вот хрени неприятной зато. Давай вот этого загандошим. Значит, наверное, будет пробовать. Нет, получилось, ура. Хрен тебе, кончай тут уже. Призывать своих упырей.
Так, а чё у этого два? У нас осталось всего пять. Многовато. Маловато, точнее. Так, а дальше ходит он, что ли? А, вот этот ходит средний, да? Одна осталась у нас жизнь. Уберси. Слава богу, не пробил. Херася там долбануло. Второй пал. У нас вот этот товарищ очень хороший еще. Смотрите, у него как столько много. Он вообще свеженький. Он сейчас сзади подходите его и херачите, в общем, всех. О, прикольно, смотрите, он передвигается и теряет, собственно, жизни. Вряд ли попадем, но, может быть, попали, кританули. Не, погоди, вот сюда нам нужно. Так, а дальше кто пойдет? Вот этот тип, да? Ну, давайте его загандошим, что ли. Ну, сейчас сами огребем за это. Ну, правда, немножко огребли всего. Так вот. Так, что у него там за обилка есть? Ловушка. А, угли. Это, кстати, крутая штука. Давайте попробуем, что ли. Хорош. Еще там подранило. Сука. Получай, говно. Да, вот, отлично. Попади. Отлично. Давай, давай, давай. Хорош. Блин, твари. Thank you.
Вот этих, конечно, блин, дальнобойных товарищей потихонечку. Тоже из строя выводить. Хотя, может быть... Ладно. Так, а у него нет, у него обилок не осталось. Лучше давайте им брониться с ними. Вот так вот. Как он попал, тварь? Давайте у этого снимем броню, что ли. Так. Этого тоже добивать, хотя в принципе он пока нам не идет. Отступаем. Блин, не хватает нам. Давайте броню снимать. Это плохо. Да как? Да не, похоже, у нас нет никаких шансов в этот раз опять. Не, ну как в предыдущий раз там так и можно было. Да не знаю, посмотрим, может быть, все-таки. Все. Крики жителей наполняют ваши уши, когда вы лежите на земле, терпя боль и принимая поражение. То есть нам... Так, а сколько мы уже получаем? Сейчас я проверю время. Так, полчаса. Ну, блин, попробуем в следующей серии. Почти, совсем чуть-чуть нам не хватило сил, чтобы победить. Осталось всего два бойца.
дальнего боя у них. Не знаю, может быть, в следующей серии попробую три лучника взять и с ними что-то сделать. Нужно, короче говоря, больше вязать свои способности. Как бы там ни было, давайте на этом закончим. Оставляйте комментарии, если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал на YouTube, также вступайте в ВКонтакте. Я с вами прощаюсь. С вами был Макс.